Положительный опыт. В парке имени Гагарина сегодня открыли модернизированную детскую площадку. На все работы из бюджета не ушло ни копейки. Работы и оборудование за счет инвесторов. Таким образом, эта территория стала первым примером, когда бизнес-компания не только получает поддержку областного правительства, но и несет социальную нагрузку. С подробностями наши корреспонденты. У входа в парк виден Кремль, только в миниатюре. Вокруг него разместились горки, лестницы и качели. Новая детская площадка – это не только оригинальные конструкции, но и их количество. Очень весело, на ней много места. Другие площадки чуть-чуть поменьше. Тут очень много места, очень много горок. И она еще плюс красиво раскрашена. Вот. И там здесь обновленное что-то. Вот. Я никогда таких площадок не видала. Появление современной площадки – это первый пример удачной совместной работы Минэкономразвития региона и бизнесменов. Одна из крупных международных компаний все оборудовала за свой счет. Таким образом, правительство области не только привлекает новых инвесторов и поддерживает уже действующих, но напоминает о необходимости нести социальную нагрузку. Нашим министерством в последнее время активно ведется работа вот по повышению социальной ответственности бизнеса, то есть все те крупные инвесторы, которые приходят к нам в регион, мы просим их каким-то образом помочь развить ту среду, где мы с вами живем, отдыхаем, помочь городу в его развитии. Администрации города предстоит подхватить инициативу инвесторов и продолжить развитие парка. В следующем году мы полностью его приведем в порядок, заработает автогородок. Мы уже договорились, что проведем полную реконструкцию футбольного стадиона, отремонтируем трибуны, вложим там новое покрытие. И я абсолютно уверен, что часть, связанная с развитием аттракционов, будет. Дети буквально штурмуют новую площадку. Оборудование отвечает необходимым нормам безопасности. По крайней мере, так пообещали подрядчики родителям. Для меня, как для мамы, еще важно, что покрытие особое. Что мой ребенок, даже упав, ничего себе не повредит. Мы очень ждали, когда ее откроют. Да, нам очень нравилось. Издалека ходили, смотрели. Скажите, какой у вас любимый парк? Да, конечно, в нашем городе парк Гагарина самый красивый, самый любимый. Анастасия Щербакова, Олег Айдаров, новости губернии.